открытым подписчикам привет. Началась у нас сборка теплицы Легенда 3х7 на бетоне. Торец подготовили, прикрутили уже карком его. Крутим дальше арки. Правильно делаем второй торец. Работа идет. Будет у нас здесь дверь, проем пустой. Стеновая. Будет у нас тут форточка, тоже стеновая, и дверь в начале. И два форточных блока. О, вспомнил. Каркас мы поставили, выровняли его, закрепили к основанию бетонному. Нанизали листы поликарбоната. Сейчас будем делать перелив из уголка, ставить. И начнем, наверное, крыть крышу. Сегодня идет борьба с ветром, жесткая борьба. Пока что в нашу пользу. Начался у нас монтаж теплицы. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 3 метра шириной, 6 метров длиной, с двумя форточными блоками на термоприводах, со стеновой дверью двухстворчатой. Вот она у нас. А пойдем сразу в нее зайдем. На крючках дверь, две створки. И стеновая фрамуга на газлифтах. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 40 на 40. Покрашено все полимерно порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на бетоне, закреплено с помощью анкеров бетону. Диагональные усилители также установлены для большей жесткости. Снизу отлив из уголка 50 на 50, чтобы все смотрелось хорошо и вода не затекала вовнутрь. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая отличная, большая, надежная, прочная теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите в комментарии.